О, смотрите, какая у нас машинка есть в деревне. Сейчас пойдем посмотрим маленькую машинку проходимости повышенной. Итак, что это за машина? Органы управления. Так, что тут? Сиденье. Может быть. Привет, расскажи про свою машину. Амфибия. Машина может плавать. Может плавать? Может. Но ты не плаваешь. Не вообще, я на вооружении стоял. Транспортер переднего края. Транспортер переднего края. Для эвакуации раненых с передовой. А какой тут двигатель? Запорожец. Запорожец. Можно поднять капот? Да. Как его поднять? Стекло надо убирать или нет? Не надо там. О, двигатель Запорожец. Понятно. Как хватает двигатель? Да хватает. Она легкая. Да-да-да. Полный привод. Конечно, и блокировка, и все. Понятно. Так. Эта система, он может плавать. Да. Да. С какого года? Да. Год выпуска 78. Открываются такие, открываешь, опа, тепло заходит и целиком передается в салон. Тебя ждут? Нет, не меня. Так, а это? Это лебедка была здесь, стояла, ну лебедка для вытягивать раненых. Ага. И может, наверное, использовать как возить эту пушку, таскать, да? Пушку не знаю, у нее еще борта сюда идут. А так сиденье раскладные. Ну да, 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 я вот сейчас показывал. Показываешь так. Тут постоянно полный привод. Нет, почему? Можно отключать это самое. Нет, можно сделать просто задний. Ну. Да, да, да. А, вот задний мост, пониженная передача. Когда трубу добросишь, я тебе заплачу. Ну, меня там ждут, а мне надо еще в магазин. А ты в макарту, видишь? Не грузились-то. О, понятно. Так, что тут, сколько скоростей? Да, 4. Что не получится, а? Да не, ну что, какие деньги? Ну, давайте просто завезу. Ладно, поеду. Ладно, я идти надо, будет куриный приедет. Здравствуйте, не узнала. Вот такие ребята у нас машины ездят по деревне. Автомобильные военные машины. Вот так.
Весна, распутится. Самое время на таких машинах внедорожных ездить и испытывать. Кстати, ручьи вот такие вот бегут. Вот такие ручьи. Вот так. Вот такие ручьи. О, прет опять, Стас прет. Это Стас Репин ездит на такой машине у нас. Самоходная, не самоходная, это военная, военный какой-то там тягач. Вот так вот, такой вот тягач. Не пробовал это самое, но вообще я снял вот там с кривого пробку. Да. Так, ну вообще оно так заделано, как бы там даже сняли резинки, но короче не пробовал на ней. Ну опасно, за столько лет, может быть, пропали резины. Да, конечно, да. Ну и потом оно тонет, и все. Их сняли с вооружения из-за того, что они тонут. Ну короче, быстро она. Если где-то раз, то быстро тонет. Хотя у него помпа стоит, вот откачивать воду. Да. Это тут такой полок. Я видел, ты зимой, это зимой, осенью ездил. Полок накрывается. Это что у нее? Это полный, ну, это блокировка. Блокировка. А это скорости. Первая это. Или... Не, ну одна скорость, а вторая это вот как раз эти. Задний, ну короче, полный привод. Ну. И потом это самое. Здесь там еще, короче, одна скорость понижена. Ясно. Так, ладно, пойдем, наберем. Вот тут сидит оператор, водитель. И тут. А, полок, все, честь по чести, какая машина здесь у нас в деревне. На учете стоит, кстати. Пароискатель. Ну вот, ребята, пишите свои комментарии, кто что думает про такую машинку, которая ездит у нас. Где-то Елена Степановна до сих пор ходит. Ну а что, вот так вот у пацана есть вот такой автомобиль, ездит туда-сюда, в лес, по ягоды, по грибы, на рыбалку. Самая хорошая техника, что там, запорожский двигатель жгет не сильно много топлива, воздушного охлаждения. Ну, конечно, есть какие-то нюансы по обслуживанию данной техники, ну а так-то, в принципе, что,
Хорошая вещь для деревни. Самая техника. Вместительная, удобная, проходимая, экономичная. Ну, вот проблемы, может быть, с запчастями сейчас не совсем хорошие есть, как говорится. Ну, купить, найти где-нибудь запорожец, и вот тебе запчасти на него целиком на обслуживание так называемой данной техники. Мужик вот галош купила. Какому мужику? Не знаю, какого-нибудь встреч мужика. Нифига себе. Чего у тебя тут как брашкой пахнет? Это омыватель? Омыватель. Понятно. Брашкой на яблоках. У тебя это стекло грязное. Снимаешь как? Проведи еще раз этой. Нифига. Все равно какое-то мутное. Вот так вот, блин, Степанов. Какие у нас сугробы. Ну, не, ну дорога тут, хорошая стала. Тут получше, конечно. Вон я копала сегодня. О, как побежала, видишь? А то вода стояла. Посмотрел сегодня в Бергамаке Лесино, там гораздо хуже дорога. Вот ты здесь проехал, тут таких колей нету. Если теплее будет, вот эта середина растает. Это просто после они проехали, пригладили железкой, и снег еще сгребли опять. На середину. Сегодня оттаяло более-менее. Завтра, наверное, можно будет завести еще раз, прогрести это все. Ну, если заведу, то еще будет лучше с дорожным покрытием. Какие-то вон люди чужие ходят. Да? Да. Отдыхают. Отдыхающие приехали. От коронавируса спасаются, наверное. Очень. Границы закрыли. Как куда-то ходить? А к нам границы не закрывали. А у нас, да. Надо тоже границы наши закрыть. Да? Зачем нам тут коронавирус? Последнюю гречку разберут. Гречку разберут? Да. И туалетной бумаги не достанется. Бога. Так хоть гречка в магазинах. Что там? В городе пишут по 125 рублей килограмм. Охренеть! Вот тут хоть цены пока нормальные. Не скачут, не прыгают. Да. А как-то наедут, всю гречку сожрут и бумагу всю используют. Как жить без бумаги? Лопухи-то еще не выросли. Да. Ну как? Без бумаги. Уже скачет. Туалетной бумаги, правильно говорить. Да, газеты-то уже давно никто не выписывает. Да. Чё? Ну всё. Всё, ну нате.